Всем привет! Сегодня я расскажу все про остров племени из игры «Мои поющие монстры». На этот остров нужно размещать монстров разных людей. Один монстр от одного человека. Они не будут давать денег, но их можно кормить до 1000 уровня. Каждые 7 дней их уровень будет обнуляться. Тогда зачем нужен этот остров? Он нужен, чтобы получать звездность, за которую можно покупать редких монстров и декорации. Чем больше уровень племени, тем больше вам достанется звездности и алмазов в конце недели. Монстров тут можно кормить не только едой, но и осколками и деньгами. Лучше всего кормить их осколками. Я расскажу, как их получить в видео про эфирный остров. Максимум на острове может быть 30 людей. Когда племя достигнет 100 уровня, янтарь разрушится и ловатёк проснется и начнет петь. Песня этого острова сейчас играет на фоне. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.